Как внедрить опыт тифлокомментирования в учреждениях культуры, сегодня обсудили на круглом столе в рамках программы кинофестиваля «Arctic Open». Все культурные мероприятия для слабовидящих у нас в области комментирует пока один единственный специалист высшей категории Евгения Борисова. В случае, может быть, прямого тифлокомментирования фильмов, ты, ну, все-таки один и тот же фильм тифлокомментируешь много раз, и ты его точно знаешь, что ничего не изменится, то в случае со спектаклем все равно так иначе такой весь потный после спектакля уже уходишь. Но это все-таки очень интересно в первую очередь, поэтому я не смотрю на эту деятельность как на что-то прям супер изматывающее. Услуга тифлокомментирования, к примеру, в этом сезоне появилась в областном театре драмы. Слабовидящие смогут посетить сразу 3 спектакля из репертуара. Мы оформили заявку и получили, соответственно, да, она была положительно принята, и мы получили все необходимое оборудование для тифлокомментирования на 20 человек. То есть такими группами оптимально мы будем взаимодействовать вместе с библиотекой для слепых, мы будем приглашать на спектакли людей, у которых есть проблемы со зрением. И как раз завтра в драмтеатре у участников просмотр отрывка спектакля в компании тифлокомментаторов.